Здравствуйте, с вами «Взрослые игры», и я Марина Табикина. И сегодня у нас тема передачи «Любовь без правил». Только это не совсем про любовь, скорее это про любовь в семье. Да, ведь бывают семьи, в которых достаточно гармоничная ситуация, и люди действительно любят друг друга. Пускай они ссорятся, пускай они иногда что-то делят, на что-то обижаются, но у них получается сохранить эти чувства, и это позволяет им действительно чувствовать себя комфортно в семье. Ведь в целом считается, ну, по разным законам, духовным, религиозным, юридическим, семья – это жизнь двух людей, которых соединила любовь. Ну и дальше уже появляется продолжение семьи, дети, которые тоже, скажем, должны уметь перенимать любовь родителей и создавать далее свои, да, очаги. Но, тем не менее, в большинстве случаев люди об этом забывают, и иногда, на самом деле, люди даже не обращают внимания, есть ли у них любовь друг к другу. И сейчас не речь о том, что мы говорим про брак по расчету. Сейчас скорее про то, что очень многие люди надеются, что семья будет для них определенной опорой и источником удовлетворения их потребностей. Но это все равно уже не про любовь. На самом деле так было всегда. Всегда были разные семьи. Всегда были семьи, в которых кто-то страдал, страдали двое. Кто-то любил, кто-то не любил. Это зависит не от времени, это зависит, наверное, от того, насколько люди как бы осознанно смогли подойти к построению пары, насколько им повезло, насколько они были далеки от иллюзий, ну и самое главное, насколько они могли брать ответственность за создание пары. Ведь на самом деле семья – это место, в котором два человека несут ответственность за комфорт друг друга, не только себя, не только другого, а вот именно друг друга. То есть, если я строю семью или нахожусь в семье, я должна понимать, в первую очередь, мне должно быть комфортно, но это не обозначает, что этот комфорт будет за счет других людей. И самое главное, я также должна понимать, что другим участникам семьи моей, да, тоже должно быть комфортно. Вот если я это понимаю, учитываю и стараюсь как минимум в этом направлении продвигаться, то, конечно же, независимо от того, как ведут себя другие члены семьи, ситуация все равно будет более-менее стабильная. Хочешь знать, почему я не говорю с тобой? Ты со мной обращаешься, как со здоровой занозой в заднице. И эта заноза только портит тебе жизнь и мешает достичь совершенства. А ты никогда не думал, что дело не только в тебе, любимом? Может, я устала? Может, мне тяжело? А дел и так достаточно, и поэтому не обязательно каждая твоя прихоть должна исполняться моментально, как по волшебству. Мама! Мне и с детьми забот хватает. Я не третий ребенок! Речь вовсе не о том, чтобы ты нянчилась со мной. Речь об отношении, о тоне, о намеке, что мы на одной стороне. Создавая семью и проживая с кем-то изо дня в день какие-то моменты собственной жизни, стрессы, радости, нужно понимать, что другой человек – это не ваша собственность. Это сейчас громко сказано, давайте разберем, о чем речь. Ну, когда мы с кем-то живем, другой человек может думать по-другому, реагировать по-другому, поступать по-другому. Он, в принципе, может, ну, быть глупее нас, умнее нас, добрее нас, злее нас и так далее. Это другой человек. И, к сожалению, все это очень часто приводит к стычкам и конфликтам, потому что, ну, во-первых, давайте начнем с того, что когда с вами человек, который отличается, как вам кажется, от вас в минус, то это, конечно, вызывает возмущение, неприязнь, разочарование, злобу, желание как-то повлиять на этого человека, желание наказать этого человека. Но все это как раз расходится с фразой, что этот человек не ваша собственность. Если бы в ЗАГСе или в храме, там, где появляется семейная ячейка, говорили, теперь каждый из вас может делать друг с другом все, что захочет. Вау! Тогда вообще как бы без проблем. Неизвестно, чем бы это закончилось, да, но это как раз про тот вариант, что ты мой муж, ты моя жена, и я могу на тебя влиять, наказывать, обижать, убеждать, заставлять, принуждать, требовать и ждать. Самое главное всегда ждать какого-то комфортного, приятного для себя поведения. Но в силу того, что у нас нет таких прав, даже если мы живем гражданским браком, у нас нет таких прав, потому что таких установок в обществе просто не существует,
Получается, что фактически как бы каждый раз мы сталкиваемся с тем, что мы просто не понимаем, да, свою ответственность за ту роль, которую мы взяли на себя в семье. И даже если мы возьмем страны, в которых, скажем, в семьях присутствуют, да, скажем, несколько жен, это абсолютно не обозначает, что муж имеет право к ним плохо относиться. Нет, он относится, такое бывает в каждой стране, в каждой семье. Вот. Это абсолютно не обозначает, что женщина, да, имеет право, скажем так, плохо относиться к своему мужу, особенно если все-таки она не справляется с тем, что кроме ее еще кто-то есть, как бы, и готова там обижать, мстить из-за ревности. На самом деле, да, семья возможна только в том случае, если люди понимают, что встретились два взрослых, насколько это возможно, абсолютно разных человека, даже если есть у них одинаковые ценности. И вот в этот момент самое главное – научиться не обижать другого и не давать обижать себя. И многие скажут, а как же так, как можно не обижать другого, если, например, я не хочу, чтобы в нашей квартире курили. Ну, вот самый такой примитивный пример. А муж курит, а ему все равно, да, скажем, он не обращает внимания о том, что у нас растет маленький ребенок. И сколько бы я ни убеждала, сколько бы я ни говорила, сколько бы я ни требовала, что я, например, да, не курю и ты не должен курить, он все равно продолжает себя вести подобным образом. Приходит такая пара к психологу, если вообще как бы муж дойдет до психолога, да, или пара. Вот. И этот вопрос остается для них неразрешимым. Почему? Потому что фактически мы сейчас разберем ситуацию с разных сторон. Со стороны мужа. Мужчина может сказать, я прихожу домой, я хочу дома расслабиться, это для меня безопасное, комфортное место, как бы, и я имею право, не нарушая закон, грубо говоря, да, хотя сейчас, насколько я помню, вроде как бы в некоторых моментах закон ограничивает курение, в том числе и в жилых помещениях, но тем не менее, я имею право, да, скажем, вести себя так, как мне хочется. И фактически это действительно так. То есть человек, который идет домой, неважно откуда, особенно если у него был стресс, он должен получить дома некий островок безопасности. То есть в какой-то степени правда на его стороне. Теперь мы слушаем монолог жены. Она говорит о том, что она, во-первых, никогда не переносила вообще запах, скажем, дыма. Да? И когда они встречались, он, по крайней мере, как бы не курил в жилом помещении. Или курил, но она надеялась, что он перестанет это делать. Сейчас у них появился маленький ребенок. И ей очень неприятно, что ребенок тоже дышит этим дымом. Что, возможно, это влияет на его легкие. Да? И что вся квартира прокурена. И от этого неприятно пахнут вещи. В общем, там может быть огромное количество критериев, по которым как бы, действительно можно ее поддержать. Сказать, да, эта женщина находится у себя дома. Да, ей не безопасно, ей неприятен этот запах, она беспокоится за их общего ребенка. Тогда что получается? Этим двоим точно нужно жить раздельно. Ни один психолог, ни один человек не сможет разгадать, да, скажем, решение этой ситуации так, чтобы оно, ну, фактически подходило и тому, и другому. Почему? Потому что если мы попросим мужчину, скажем, соблюдать безопасность, да, беззаботиться о своем ребенке и не курить в своем жилом помещении, то фактически как бы он будет чувствовать себя ущемленным. Если мы скажем женщине, ты выбрала этого мужчину, люби его таким, какой он есть, уважай его привычки, научись с принятием понимать его недостатки, фактически мы ей скажем, слушай, дорогая моя, ты знаешь, ты заткнись, пожалуйста, потому что раз ты вышла замуж, значит, ты, ну, как бы должна это все терпеть. А вот. Получается, что действительно такой паре нет смысла ходить к психологам. Вообще никому нет смысла им ходить. То есть, если они ругаются каждый раз, например, из-за того, что действительно кто-то один курит, да, или кто-то один поздно просыпается. Это вот, знаете, тоже. Вот если один просыпается рано в семье, да, то второй, когда спит, он совершает грех. Если один, например, не любит мыть посуду, да, и категорично от этого отклоняется. Если один не любит вообще прибираться, а второй любит порядок. Есть много критериев, по которым в семье, в принципе, невозможно жить вместе. Но люди живут. В каждой семье обязательно есть свой терпило. Иногда терпило являются оба. Члены семьи взрослых, мужчина и женщина. И каждый тогда свое проживание в семье воспринимает как некоторое несчастье. И не то, что он там с утра до вечера горюет, ни в коем случае, но здесь получается, что
Он каждый раз думает только что-то плохое в адрес своей жены или мужа. Вот. Фактически, очень часто человек не хочет идти домой. Вот. Если приходит домой, у него очень много появляется негативных реакций. И только временами он может отключаться, радоваться каким-то событиям, допустим, вот, получать удовольствие от того, что его не трогают. И вот мы возвращаемся к теме «Любовь без правил». Вот и получается, что это та самая любовь без правил, которую, в принципе, как бы, ну, очень многие люди вынуждены принимать, которую воспринимают уже как некое наказание, а не как любовь. И очень часто это является поводом для того, чтобы еще больше обидеть другого, унизить, наказать, отдалиться. То есть поводом для того, чтобы проявить какие-то неприятные свои черты характера. И мало кто задумывается, а даже если задумывается, то фактически для него это является, ну, чем-то таким вот из ряда фантастики, что тот, кто с ним проживает, в первую очередь рассчитывает на понимание и принятие. И сам человек, который проживает с тем, кто рассчитывает на принятие и понимание, тоже рассчитывает на понимание и принятие. Ну, если понимание – это знакомое для всех слово, потому что, ну, мы или понимаем, или не понимаем человека. То есть мы можем его понимать, но быть с ним не согласными, можем не понимать, да. То принятие у всех трактуется по-своему. Для кого-то принятие – это протерпение. Ни в коем случае. Потому что если мы что-то терпим, наш организм находится в постоянном стрессе, и мы будем болеть, иммунитет будет снижаться, это уже доказано. Нет, принятие – это про то, что мы фактически в какой-то степени с любовью способны относиться к тому, какой человек, как он проявляется. Ну, давайте возьмем ситуацию, когда, например, женщина принимает своего мужчину. При этом у него абсолютно дурацкие шутки. Ой, сколько женщин от этого страдают и рыдают. У женщин тоже бывает дурацкий юмор. Но вот так устроено, что больше разговариваем о мужском. Если женщина любит своего мужчину, если женщина, пускай просто принимает своего мужчину, то когда он по-дурацки шутит над ней, она, как правило, вообще старается на это не реагировать. То есть что такое принятие? Ты знаешь о том, что это может произойти, ты понимаешь, что от этого невозможно избавиться, ты понимаешь, что от этого человек не стал для тебя хуже, вот, и ты понимаешь, что это временно. Соответственно, когда мужчина как-то пошутил, ну, максимум может какая-то грустная реакция быть из серии, ты опять, как бы, и все, да. Вот, если он шутит, скажем, в присутствии кого-то в адрес, да, то она может максимум, там, ну, сгладить, как бы, ситуацию путем того, что это всего лишь шутка, как бы, юмор у всех разный, и все. И это не будет ее беспокоить, это не будет ее выводить на какое-то раздражение, на какое-то ощущение горя и несчастья. И на самом деле это здорово. Почему? Потому что когда мы живем с кем-то, мы все можем совершать колоссальные ошибки. Когда мы можем просто сказать другому человеку глупость, грубость, быть невежливыми, причем даже не замечать это. Особенно, когда мы болеем, какие-то стрессовые ситуации происходят и так далее. Почему не замечаем? Потому что, наверное, это какие-то вещи, которые нами могут и не восприниматься как тяжелые, да, или горестные. Но если бы нам сказали, может быть, было бы неприятно, а может быть, нет. То есть мы чаще замечаем, ну, вот то, что действительно уже является оскорблением и унижением. А на самом деле непринятие складывается из огромного количества маленьких колкостей, высказываний, которые вызывают огромный ком обиды. И вот если люди не принимают друг друга, то фактически, в какой-то степени, проживая в семье, они постоянно друг друга взаимно разрушают. Но один из таких простых примеров, когда, например, муж обращается к жене с какой-то просьбой, она на него не реагирует, вот, и потом к ней обращается с просьбой ребенок, она ее тут же быстро выполняет, и он говорит, хорошо тебе, мама тебя всегда слышит. И женщина поворачивается и говорит, а надо просто сильнее просить. И вроде бы ничего такого сложного, да? Не так уж унизительно это и звучит. Но если прислушаться и если понаблюдать за реакциями людей, то очень многие смогут обидеться. То есть что получается? Я должен просить сильнее, чтобы унизиться? Тебе недостаточно того, что я прошу? Я что, как маленький ребенок должен просить? И вот такие мелочи, которые мы постоянно говорим, абсолютно не задумываясь о том, как они влияют, очень часто приводят к тому, что человек нас не способен принимать. А значит, и понимать, и любить, ну и, собственно говоря, чувствовать себя комфортно с нами
в нашей семье. Ради бога, Майкл. Ты не представляешь, как мне трудно. Почему тебе трудно? Из-за работы, из-за девочек, из-за того, что надо заниматься этим домом. Я знаю, у многих женщин такие же проблемы, но их мужья не оставляют их все время одних. Я скучаю, когда тебя нет. Мы в жизни проходим разные ситуации, поэтому очень часто, как бы, когда люди создают семью, ее ценность сначала обусловлена тем, что ты не одинок, тебя кто-то любит, ты кого-то любишь, у тебя появляется, скажем, что-то совместное с другим человеком, и постепенно ее ценность приходит к тому, что человек понимает, что о нем могут позаботиться, что его могут поддержать, что, в принципе, как бы вместе иногда намного проще решать какие-то сложные ситуации, да, и даже проходить стрессовые какие-то ситуации намного проще, если люди объединяются. Для этого, в принципе, нам тоже очень важна семья. Но сейчас, вот здесь именно действительно сейчас, в наше время, как бы очень многие люди настолько тяготятся тем, чтобы принимать другого человека, что очень часто они говорят: мне проще одному, мне проще одной, я не хочу ни с кем делить деньги, я не хочу ни с кем делить, скажем, какие-то радости, я не хочу решать чьи-то проблемы и так далее. Все это говорит о том, что у человека даже опыта не было, что такое жить с другим человеком, с которым комфортно в семье. Потому что, когда в семье комфортно, вместе мы сила. Мы можем ссориться, иногда мы можем обижаться, можем не понимать друг друга, мы можем даже хотеть по отдельности проводить время. Но в каких-то ситуациях такая пара объединяется и настолько поддерживает друг друга, и они настолько каждый укрепляют друг друга, что, в принципе, им не страшны многие невзгоды. Поэтому для большинства людей, которые не пробовали жить в такой семье, это фактически из разряда фантастики. При этом очень многие думают, что если мы образуем пару, то, конечно же, должно быть комфортно с самого начала. Но как это сделать, если мы разные? В первую очередь научиться признавать, что, возможно, как бы, да, я выбрал или выбрала человека, который очень сильно отличается от меня. И нам сложно, потому что мы не понимаем очень многое. Нам сложно, потому что мы, возможно, по-разному реагируем, по-разному хотим проводить время. Но, тем не менее, мы почему-то захотели жить вместе. Вот если люди научатся это признавать, и если люди научатся, скажем так, двигаться в направлении того, что сложное – это не значит невозможное, то тогда у них будет опыт того, да, что пара семейная действительно может выстоять, ну, в очень многих ситуациях. А как этот опыт приобретается? Смотрите, очень часто люди, особенно которые отличаются друг от друга, да, они дополняют эту пару. Ну, например, кто-то, ну, реально способен быть конфликтным. И в сложных ситуациях, когда нужно отстоять какие-то семейные права, да, вот, отстоять, скажем так, какое-то свое мнение, вот, проявить активность, этот человек будет незаменим. Но он в семье все время как заноза. Он все время со своим мнением везде лезет, он все время всех критикует. И получается, что, грубо говоря, в мирное время мы на него смотрим и думаем: господи, да когда же ты уже рот-то закроешь? Но как только происходит какая-то неприятная ситуация, ой, все, давай ты пойдешь там и со всеми поругаешься, да. Может быть, это не самый такой эффективный вариант поругаться, но, смотрите, у нас, получается, есть человек в семье, который способен за нас заступиться. Вот. Но очень часто люди это не ценят, и они не готовы принимать его поведение, потому что оно бывает очень распущенное. Соответственно, они не приходят к той ценности, что, ого, он сходил и каким-то образом так за нас постоял, что, в принципе, как бы вот эта сложная ситуация, она для меня прошла очень легко. Я не брошу тебя из-за разных предпочтений в еде, книгах или музыке, но я могу тебя бросить, если ты не будешь мне рассказывать о том, что тебя волнует. Да, теперь ты в это веришь. Но на самом деле... Кому нужны общие интересы? Это же скучно. Обычно, банально. Мне нравится быть с тобой. Ты делаешь меня лучше. И, надеюсь, я тебя тоже. Наши отношения необычные. И я счастлива, как никогда.
Я на самом деле много могу на эту тему говорить и много рассказывать примеров, но хочется просто обратить внимание на то, что на самом деле, если мы поставим себе вопрос, как научиться создавать комфорт себе и другому человеку, особенно если мы уже как бы имеем какие-то враждебные нотки в адрес друг друга, то это уже плюс, потому что когда мы задумываемся в этом направлении, мы хотя бы действительно можем какие-то моменты как бы в себе увидеть, да, и начать управлять собой. В первую очередь научиться создавать комфорт самому себе очень важно за счет того, что нужно понимать, что в большинстве ситуаций, в которых что-то происходит, мы можем не реагировать так, как мы реагируем, правда. И я до сих пор реагирую в каких-то ситуациях, когда, допустим, кто-то бывает, начинает оказывать на меня давление, и у меня появляется некое возмущение на тему того, что почему, да, почему это происходит. Но ведь я же могу не воспринимать это как давление. Я могу легко к этому относиться. Все зависит, конечно, от моей ресурсности, от моего здоровья, от моего настроения. Вот. Но если все-таки я вылетаю в такое состояние, то я сразу начинаю задумываться, зачем мне это нужно, да, и почему я не смогла вот к этому так, а, да, и все. И не то, что превратиться в дурочку или отмахнуться, но вот прям действительно как будто, знаете, мух отогнать. Ну, попробовали на меня оказать давление. На меня где начнешь оказывать, там, в принципе, в большинстве своем и закончишь, потому что я человек ума и умею, да, давать отпор аргументами. Вот. То же самое в любой другой ситуации с любым другим человеком. Даже если вы не умеете давать отпор, иногда просто не стоит, наверное, придавать ценность той драме, которая происходит. Если мы учимся беречь себя, и мы не накручиваем себя, то есть не идем домой и не думаем о том, что нас все достали, что если сейчас кто-то хоть рот в нашу сторону откроет, да, как бы будет скандал, то фактически, конечно же, мы будем, ну, лучше себя чувствовать, потому что человек, который враждебно настроен к членам своей семьи, он однозначно будет конфликтовать. Я не предлагаю жить в семье, каждый в своем домике, но я предлагаю позаботиться о своем комфорте, а значит, научиться правильно относиться, да, скажем, к своим реакциям, то есть уметь управлять, да, тем, что мы очень часто, например, негативно воспринимаем в свой адрес. Как можно позаботиться о комфорте другого человека, с которым вы живете? Ну, я не предлагаю вам контролировать, да, свой юмор, свои высказывания, свои действия. Тем более, что тот другой, он тоже на своей волне, и он будет обижаться столько, сколько ему влезет. То есть это на его совести то, как он воспринимает что-то. Но вот в каких-то ситуациях, понимая, что вы перегнули палку, действительно шутка была не к месту. Действительно, не обязательно было критиковать, делать замечания, одергивать. Возможно, стоило вообще как бы, да, в какой-то ситуации сказать помягче. Вот во всех этих ситуациях, если вы все-таки об этом подумали, значит, стоит извиниться. Не заставлять себя извиняться, когда вы считаете, что вы правы, да? Вот, а стоит извиниться. Потому что очень часто бывает, очень разумные все. И большинство людей просто стараются не извиняться не по причине того, что они не считают себя виноватыми, а потому что, извинившись, они будут думать, что они проявили слабость, что другой человек сядет им на шею. Но это не способ посадки на шею, это скорее способ проявления некой доброжелательности в адрес другого человека. Иногда на наши извинения люди начинают реагировать агрессивно, например, «Что мне твои извинения?» Это тоже личное дело этого человека. Самое главное – стараться самому реагировать спокойно и, если что-то сделали не так, произнести извинения вслух. Следующий момент, который связан с комфортом двух взрослых людей – это момент, конечно же, обсуждения всего, любых нововведений. На самом деле, вот эта ситуация, которую в начале передачи я привела в пример о том, что мужчина курит в квартире, а женщина против, она тоже требует обсуждения. Не факт, что как бы это обсуждение приведет к чему-то действительно положительному, но в некоторых ситуациях все-таки получается прийти к тому, что кто-то начинает понимать, что уступить – это не значит, например, унизиться, отказаться от какой-то своей потребности, да, а уступить – это про то, что, наверное, проявить заботу, про то, что все-таки привести к комфорту, да, моральное состояние в семье и так далее. И получается, что тогда фактически, если люди способны разговаривать друг с другом о том, что важно каждому, не в ущерб другого, не перетягивая на себя, да, то они тоже могут, в принципе, постепенно прийти к некой стабильности. И вот получается, что любовь без правил, она есть всегда, везде, во все времена, у людей разного возраста. Но там, где есть любовь,
всегда есть желание почувствовать себя рядом с другим человеком счастливым. Если нет любви, то, наверное, нужно признать, что вы несчастны, это ваш выбор. Для этого есть какие-то причины. Но если вы хотите любить и быть счастливыми, то вам очень важно понимать, что другой человек не враждует с вами, и вам не нужно с ним враждовать. А самое главное – помнить о том, что вы в этой паре можете быть счастливы только если вы создаете себе комфорт и комфорт другому человеку. На этом наша передача подошла к концу. Смотрите нас на канале Arctic TV. На сайте Arctic TV в архивах огромное количество рассмотренных нами тем. Ну а на сайт tabekina.ru можно присылать свои вопросы и пожелания.